Бесплатные горячие обеды для малообеспеченных жителей микрорайона Карагайлы Наурызбайского района готовят волонтеры. Идею общественников поддержал местный акимат. Пункт по раздаче пищи установлен в людном месте у входа в мечеть. Работает он 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу в обеденное время. Помимо тех, кто указан в списке нуждающихся, поесть здесь может каждый желающий. В день общественники раздают до 100 порций. Я здесь обеды получаю уже не первый день. Вот сейчас взял обеды на 2 семьи, помимо себя еще. Основываясь на опыте западных стран, мы поставили точку по раздаче бесплатной благотворительной пищи. И, в принципе, эта точка пользуется спросом, люди идут. В дальнейшем мы хотим поставить в каждом районе города Алматы такие пункты по раздаче благотворительных обедов.